Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы играем в Skyrim, неожиданно, правда? Я хотел потестить в Requiem, но что-то получилось какая-то с ним незадача, поэтому вроде бы как. Непонятно пока ничего, собственно, с Requiem, но буду что-то решать, буду что-то фиксить. Я думаю, это сработает. Мы находимся непонятно где, я создал нового персонажа, и я думаю все-таки допройти сюжетную кампанию Skyrim, там мы закончили, по-моему, на Седобородых, там оно все круто, весело залагало, или я что-то ошибаюсь. Собственно, статуя Амары, которая добавляется с модом «Альтернативный старт», тут мы можем выбрать какой-то изначал, я уже рассказывал про это. Этот мод, трейл чернокнижника, я вампир, нет, нахуй надо, я разбойник, я дозорный стендара. Я хочу выбраться из этой клетки. So be it. Ладно. У вас нет отмычки. Еще раз. Меня поймали, это стандартное. Еще раз. Разбойник, корабль, трейл. Не понял. Подождите. Снимаюсь в некромантии, живу в логове. Живу в лесу. Солдат. Что? Выпусти меня отсюда, сука. Покой нам только снится. У вас закончились отмычки. А вон они, ёпт. Слепой Аки, я не знаю кто. О, научи меня вскрывать замки. Мама. Боже, береги Бетезду. Так. Оружие есть? Конечно. На все, блядь, случаи жизни. Давай сюда, тебе это уже не надо. Ключ, колун, нож. Вырубай его. Хорошо. Стелс мишн accomplished at well. As good as creator come to me. Все. Ready. Теперь у нас есть какое-то оружие. Хорошо. Дерзкий план. Но он сработал. Мы это смогли. Мы это сделали. Пойдем в пизду и кому-то дадим. Кому еще пизду дать? Кому? Чувствуешь? Я понял. Ну давай, иди сюда, почувствуй это. Ой, блять, там их двое. Ты чувствуешь? Давай. Тебя настигнет смерть. Вечный сон. Дурак, человек. Ладно. Что это такое? Меч дуэлянта. Расширенная кузница. Пойдет. Все берем. Колун. Нахер не всрался. Место только занимает. Так, у меня получше. Ага, то я в обмотках его бил, да? Хорошо. Перчи одни выбрасываем.
тоже выбрасываем. Щит вообще для слабаков. Обмотки тоже вроде не нужны. Так, чё тут? Ну, нормально, уже орк на орка похож стал. Так, хорошо. Оружие наше в крови. Не прошло и 5 минут, собственно. Так, чё там? Давайте сначала сюда. Комцуми, факерс. Комцуми. Это похоже на затопленную тюрьму, кстати. Там тоже были призраки. Ох ты, ёб твою мать! Ну, пиздец. Так. Чё сказать? Мне бы не помешало сейчас блокирование, честно. Так. Блять, насадил, сука. Ладно. Нормально, нормально, изи. Или легкая игра. Выбираем кинжал, будем. Будем атаковать в открытую. Не, все, это опять жопа. Хм, какой-то ты дерзкий. Ведь почему у меня кровь на экране? Что? Надо настройки будет немножко подредактировать. А ёб твою мать! Ты чё такой дерзкий, мудила? На каком ты уровне сложности играешь? Давай! Никогда. Я понял! Всегда готов! Блять, попал таки! Чё, ты куда пошел? Блять, сейчас он меня и прикончит. Ну конечно, ёб твою мать. Ладно, хорошо, хорошо. Какой уровень сложности? Сукин сын. Собственно, наверняка установка Реквиема как-то повлияла на баланс. Давайте посмотрим, какой уровень сложности. Я хочу... Адепт? Ты меня убил на адепте? Сучий сын. Сын ты пьяной шлюхи, а ну иди сюда. Ты меня прикончил на адепте? Что ж ты там охраняешь, педрилка ты картонная? А ну? Приходит, приходит, давай. Блять, не успел чуть-чуть. На нахуй! Я забыл, что есть такая веселая штука, как эта самая. Как эта самая, которая. Ну вы поняли, да? Как блок. Точнее, не блок, а именно вот это вот такое пробивание. Оставим, пожалуй. А, возьму двуручник, хули бы не. Ну вот. Уже что-то. А чё это я такой беспечный? А? А? Кто на меня?
Так, что есть? Топорик есть, баблишка, зелье магии. О, богатая одежда. Богатая одежда — это хорошо на самом деле. Будет в чем зайти в город. Ой, как бы хотелось сейчас пару реплеить на самом-то деле. Давайте возьмем все. Отыграть роль того самого орка, за которого мы сейчас играем, это было бы очень и очень неплохо. Так, это сколько? Это 7, это 6. Ну да, перчатки смотрелись лучше. Угу, однозначно. Сундука я уже все забрал. Здоровье-то хоть регенится? Да, вроде регенится, но очень медленно. Так, что тут еще есть? О, слитки есть. Биография Барензи. Сберем, продадим. Чё? Легенда о Красном Орле. Это надо взять. Песнь Хармира. О, двуручное оружие. Сам Бог велел. Тю, я уж думал, открыл. Изи, знаете, сундук на мастера. Биография Барензи. Будем поначалу промышлять всем, что может. О, Мифиша Агарата тоже. Хорошая книжица. Краткая история империи. Еще биография Барензи. Все, короче, забираем, ребятушки. Все выгребаем. Подчистую. Надо же еще чем-то в костер растапливать, если припечет все-таки. Это все, да? У тебя что было, друг сердечный? Вроде нет. Сберем. Имперцы тут тусовались. Вон оно еще. А потом призраки вот им вломили, судя по всему. Все закончилось. На самом деле я шучу. Что с тобой, парень? Парень, голову. Ладно. Голову надо беречь, это дурачина. На самом деле, как было с той тюрьмой затопленной, может быть, это она и есть, я что-то, может, не понимаю. Но на самом-то деле, форт начал валиться, в форте была вот, собственно, тюрьма. И имперцам держали их тут, соответственно, имперцы, заключенных, это была имперская тюрьма. Им поступил приказ, который... Собственно, гласил, что надо сваливать оттуда, а то все потонете к ебеням вместе с фортом. Ребята такие прикинули, а что делать с заключенными? Ну и хуй с ним, пускай тонут. И обрекли их на вечные страдания. Соответственно. Потом тут что-то случилось, и призраки восстали. Как мы видим, тюрьма-то не потонула до конца, то есть тут еще куча незатопленных помещений, а призраки все ходят. Ну, непонятно, наверняка их ждала не очень завидная участь. Так, ладно, пойдем отсюда. Ха, знакомые все люки. Выдыхаешься ты, конечно, как сука. О, план побега. Приближается шторм. Да-да-да, это, похоже, именно та самая тюрьма. Так, что есть? Кожаные сапоги. Сколько они? 8. О, зелечко, леченица. Хорошо. Это 7. Давайте кожанку возьмем. А сколько они стоят? Эти 15, эти 25, но они еще плюс тяжелые. Ну, в принципе, по весу благо хватает. О! А уже такой орчик уже забарахлился, на самом деле. Прибарахлились слегонца. Уже есть чем отбиваться.
Одежда, одежда, одежда. Здорово. Нет, ну мы, собственно, войдем в богатой одежде. В ворот. Кожаные наручи. Восемь. Семь. Ну, уже такое дело. Так, блин, надо... А одежду переменить, а то в крови все заляпано. Чё есть? Кубки, рога. Приказ стражи. Ну, это, собственно, то, о чем я вам говорил. Наверняка. Это та самая затопленная тюрьма. Но только вот какого хрена из всех, собственно, людей... Было ж погреблено почти всех. Ну, всех было погреблено. Остались только вот, как вы видели, одни скелеты. Какого хрена мы оказались в этой тюрьме? Кто нас сюда засунул? И чего ждать, собственно, дальше? Я не знаю. Но, судя по всему, нам придется. Придется отправиться в Хелген. Посмотреть, что там такое случилось. Говорят, драконы вернулись. Так что... Так, ладно, пошли отсюда. Ём, народ, я думал, это выход. А это, походу, нихера не выход, да? Такс. Камни душ выгребаем просто. Ой, одежду я зря взял. Ну ладно. Подарю кому-нибудь потом. Секира. А, да, собственно, лапки, как вы видите, сочатся уже. Картофель. Уже тихим ходом, уже инвентарь почти забитый. Так что, я думаю, хватит собирать всякое говно. Уходить отсюда стоит. Завал абсолютный. Чё это такое? Мох. Заберем. Скоримчик. Собственно, вроде как мы и выбрались. Хер его знает. Потому что... Вот, собственно, такое начало я вижу в первый раз. Заброшенная тюрьма. Да-да-да-да-да. Так как я все это себе и представлял. Ну, давайте шлем уберем. Это, ну, вообще... Вот так вот. Так... Вроде по меткам ничего особо знакомого нету. Картой буду стараться не пользоваться. Все-таки роль-то надо как-то отыгрывать. Ингредиенты. Ой, да тут и пожрать есть что. Ой, берем. Че? Че я открыл такое? Карта сокровищ. Окорок, мясо. Счастливый ларец. Отмычка. Стрелы. Броню возьмем сыромятую. Еще стрелы. Длинный лук-то заберу, чего бы не... Че я открыл такое? Навык легкая броня. Офигенно. Будем знать. Ой, там пацанов раздавило. Ай-яй-яй. Давайте помолимся Дибелле. Во имя Дибеллы помолимся Дибелле. Так, ой, блядь.
Прости, парень. А, так это я тебя и облутал, но только почему-то там. Ясно, понятно. Не повезло, короче, пацану. Ой, бедняжечка, ну ладно, хер бы с тобой, чё, ничего не поделаешь. Так, чё за книжка? Похотливая, понятно, чё-то там какая-то похотливая. Аргнянка, наверное. Эта книжица мне знакома. Ещё с Обливиана. Упавшее дерево, ни хрена себе оно упавшее. Вот это пацану не повезло, да? Вот это парень не ожидал такого поворота событий. Вроде стояло, но видать... Так хрен его знает, что тут могло. Наверное, водой подмыло корни и все, пиздец. Ладно, пойдем. Че все разбежались-то? Мне нужно теплое мясо. Что значит пусто? Охереть можно. Ой-ой-ой, там целый этот импровизированный мост. Давайте пойдем туда. Выбрался, хрен знает где. Честное слово. Блять, ские собаки. Волки, конечно же. Гавкают, как блядские собаки. Ой, ой, нет, не. Не гони. Огненный мах. Давай сюда. Во имя Малобога, ты чё тут делал, ублюдочный? Кастет. Смотрю. Давай заберем твою одежку, она все равно нихера не весит, а. Хоть бы подсказали, где я нахожусь, ебана мать. А то по старым чертежам иду. В душе даже не знаю, где я, честно. Ладно, может сейчас подойдем к какой-то пещере, может я название знакомо. Черт его дери. Давайте сейваться заодно. Чё за место-то? Ёбный в рот. Я думаю, тут неспроста. Но орки могучие и сильны, поэтому им похер. Нам же ж похер, правда? Потерянный нож. Кажется, я знаю, где мы. О, блин, мы не так далеко от, собственно, Виндхельма, и не так, ну, и довольно далеко от Рифтона. Мы где-то на полдороги от Вайтрана, и... Как это называется-то, господи? Высокий Хродгар, куда-то туда, в ту сторону, получается. Стрелы у меня хоть и есть, длинный лук. Секира. Имперский лук. Ой, чё, блин, клеймор, пожалуйста. Бросить. Это 9, это 8. Короче, давайте зайдём, чё? Чё очковать-то? Хотя, в принципе, с одной передряги в другую.
не очень хороший способ проводить, собственно. О, надеюсь, вам не слышно моего любимого человека-соседа, чтобы он сдох в конвульсиях. Ну да ладно. Ага. Я вижу пацана. Неплохо. Тоже ничего. Пора закончить с этой глупой игрой. Тебе не победить. Вообще-то победил. А, простите, я не знаю. Надеюсь, этого не слышно. Но даже если и слышно, то... Приношу мои глубочайшие извинения, но это, блин, идиот. Знаете, люди, которые делают ремонт по несколько лет подряд, вот, и постоянно им надо что-то сверлить, это, блин, просто непередаваемое ощущение. Давайте будем брать только съестное и что-то подороже, потому что... Инвентарь-то уже на исходе. Так. Я слышу паука. И вижу пацана. Хороший выстрел. Самому понравилось. Не спешим. Не, ну парни, вы чё, как вы думали-то? Я первый раз такое вижу, отвечаю. Что парень по своей воле сиганул вниз, дабы подраться? Посмотрим, что ты... Я умею стрелять. Ух ты, сука, уворачивается в воде. Адью. Так. Малышка, как дела? Нихера себе, у тебя боевой молот был. Страшная ты была женщина. Ладно, у тебя хоть стрелы есть? Да, есть. Хорошо. Клёпанка. Двуручное оружие. Опять же, замечательно. Так, а можно уровень поднять, да? Угу, хорошо. Давайте поднимем запас сил. И будем качать двуручное оружие. Двуручное оружие, лук. Так, а тут есть какой-то способ подняться, собственно? Вроде есть.
И я убью соседей, что мешают спать. Чтоб ты сдох, пидор ты, блядь, со своим перфоратором. Ладушки, ладушки. Где бы искать того пацана, который тут за мной в заплыв отправился? О, лососятинка. Оп. Где он? Сюда пока рано, я думаю. Откуда я его пристрелил? Он сиганул. Жди. О, сколько лососятинки-то плавает. Еще лососятинка. Блин, а откуда он сиганул-то? Куда он уплыл? Он что, скрылся от меня? Пес! Он сиганул откуда-то оттуда. А, вон он. Ой, вы посмотрите, какая работа замечательная. Просто творение искусства. Япона мать. Две стрелы, одна сонертере. Давайте заберем вот этот вот двуручный меч. Его. И пойдем, собственно, дальше по дороге приключений. Ладно. Ибо этот меч, походу, лучше, чем мой. Даже. Стальной клеймор 24, это 23. Нахер надо, только вес. Быстрое лезвие какое-то. Ой, не то делаешь. Хорошо. О! Шо. Так. Собственно, сейф. Ну чё, псы позорные? Вот, блядь. А ты чё, не заметил, как я тут это... плавал там? Водные процедуры принимал или что? Ох ты, ёб твою мать! Нео! Чувак, а я думал, ты умер. Ладно. Ну выходи по одному, чё? Сдавайся! Сдавайся! Хрен тебе на воротник! Ошибаешься, это я тебе голову сниму. Голову снять не получилось, ну ладно. Но ты ошибаешься. Я тебя закопаю, приходи. Ты меня закопаешь. Ага, прекрати. Идите ко мне. Идите ко мне, сыновья и дочери бешеных сук. Я вас все равно достану. Сюда, сдавайся. Ага, сейчас. Разбег и тумбочка. Блять. Тебе крышка. Крышка. Крышка! Кричал он, когда рубил его на части. Ой. Какая прелесть. Просто, мое почтение, я так рад, что сел опять играть в Skyrim. Ибо перед выходом третьего Ведьмака хочется во что-то поиграть такое. Но я еще не знаю, потянет ли моя система его. Это тоже ж надо будет проверить. Ну что тут у нас есть-то? Имперский лук. Имперский лук — это, конечно, здравая тема. Ой, простите, глаз зачесался.
А здесь у нас что? Еще туда подниз, под воду я не сплавал. Плохое ты выбираешь время, чтобы заблудить. Ты думаешь, да? Ох ты, ёб твою мать. А ты дерзок? Орк против орка. Ядреная смесь была. Но, собственно, он немножко растекся. О, гармония. С магией мы не особо дружим, поэтому... Знать не знаю, что это за бумага. В любом случае, я ее продам. Так. Хорошо, что я сюда сходил. Тут, кстати, железная жила есть. Она мне без надобности, в принципе, но да ладно. Надо бы еще туда было под воду сплавать. Ага, да, сейф. Убежище, потерянный нож. Ну давайте, ладно, хер с ним, сплаваем. Я тут не убьюсь. Всякое может быть. Ну нет, все нормально. Я помню, там это где-то возле водопада. Вот это вот, наверное. Да? Да. Опна. Какое местечко хорошее. Сундучок тут даже есть. Броня, полено, бочка. Наверняка сюда какой-то торговец упал. Ну или частичка его каравана или бивака. Так, поплыли отсюда. Ладно, собственно, давайте в само это ущелье пойдем уже. Там кто-то стоял или мне показалось? Надеюсь, твоя удача не играет с тобой злую шутку, человек. Так, сюда. Потому что если ты жив или жива, ты умрешь. Так. Сразу видно. Появилась новая сила на просторах Скайрима. Да чё там Скайрима? Всего Тамриэля. Чё-то прорисовка вот это меня напрягает. Ну ладно. И мы продолжаем. Похоже, старшой опять со своим. Почему? Орк выпил три пива. У него опять пьяный прекрасивый. Только на этот раз он вызывает всех драться в этой норе. Чё там? Он всё равно задирается с каждым, кто на него не так посмотрит. Чё там, блин? Сколько тут людей? Да какой сюрприз, надо же. Подумаешь. И чё? Кто на меня, блядь? Так, левелап. Спокойно, без нерва, без лишнего шума. Стойка чемпиона. Хорошо. Изучим стойку чемпиона. Чемпион? Чемпион. Стрелы мне. Отмычки, стрелы.
Буду пользоваться, пожалуй, двуручными мечами, ибо они мне импонируют. Топоры, конечно, тоже весело, но не особо. Не особо мне топоры импонируют. О, винчик. Винчик — это круто. Лососятинка, фазанятинка. Или как назвать грудку фазана? Ой, 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 ой. Я обязательно бухну после того, как всех вас прирежу. Просто обязательно. Ой, аметист, зелье лечения. Как хорошо-то жить. Волшебники. Вот у кого сила. Волшебники, говорит, да? Секретное заклинание, чтобы превращать деревяшку в золото. Да, мне б так, чтобы деревяшку в золото. Какая-то там транс... Я забыл, как это заклинание называется. Тут кто-нибудь есть? Есть, есть. Трансимуляция, по-моему. Там можно кусочек железа превратить в золото. Но не деревяшку же. Ну пиздуй сюда своей крабьей походкой. Теперь не поплатишься. Ой, смотри-ка, не поплатился. Ой, нравится мне двуручник. Жизнь — игра, а главная роль тебя. Сосед, сдохни, блять, а? Сделай людям добро, сдохни. Честь слово, что за человек? Тяжелая броня. Что-то про орков. Ой, да надо бухнуть, ё-моё, что про орков пишут. Где там? Жратва. Ой! Ой! Ой, хорошо! Так, что есть? Флейта есть. Кто-то играл на флейте и кому-то отрезали руку. Бывают в жизни огорчения, ладно. Йоло. Так. Меня кто-то заметил. Иди сюда, кто-нибудь! Я всех вас могу завалить! И точно! Был какой-то звук. Да-да-да, был звук, был. Вижу троих. Орчье дерьмо? Спорим на все деньги мира, что нет. А я-то покрепче буду? Возможно. Но сегодня я убью тебя. Так, подождите, а у меня там где-то был капюшон. Все, ассасин! Тихий убийца! Мимо! Ах ты, сука! Напоследок таки еще и зацепила меня, мразь! Ну ладно! Где там этот децибел перекачанный? Не знаю, почему децибел. Потому что он орёт там много. Наверное, поэтому. Так, чё, пацаны и девчонки? Жизнь у вас не очень, да? Вожак у вас долбоёб. Где он там? А вон он. Все меня пинают. Ну, хватит. О! Смотри, какой. Какой неожиданный поворот. Так, это говно надо выкинуть. Оно меня бесит. Ну и чё? И куда ты пошел?
Ага, спрятался. Спрятался. Пес. Я даже не попадаю. Попал. Ладно, надо брать его на мужика, судя по всему. Ты уверен? Ой, дебил какой, а? Не дебил! Положил меня вообще! Дерзок! Дерзок, аки я не знаю кто. Ах ты, сраный питер! Ладно, хорошо, ща. Блин, далековато, конечно. Ну ладно. Сейчас мы быстро зарешаем всю сложившуюся нынче ситуацию. Тут кто-нибудь есть? Да есть, есть, иди сюда. Ну, давай, деточка. Вот он я. Тебе не взять вверх. Нет, конечно. Как скажешь. Одно слово. Ну ладно, не одно. Еще минет. И ты будешь сверху. Кто там пихкает? Кто посмел? Ты мне врежешь. Сука. Попал. Так, давайте-ка соберем немножечко. Потому что этот парень, он неплох. Он на самом деле неплох. Он что-то может. И это что-то мне только что стоило жизни. Одноручное оружие, конечно, не возбуждает, но ладно, берем. Ну чё ты, мудак холёный? Стой, смирно! Все меня пинают! Ну хватит! Ах ты! Блин, придется хилиться, чё, я не знаю. Но хватит! Блин, ты даже не орк. Ты был нордом или имперцем. Но ты сражался достойно. Страшное оружие смерти. То есть ты покрошил сам свою банду, получается. Чувак, который... Чё? Ещё и пещерного медведя. Охуеть. Вот ты демон, да? Да, если бы я с тобой по хитрячку не делал, ты бы меня успокоил быстро. Силён, силён. Без сомнений. Но веселье весельем,
А черт возьми, выбираться из этих глухих краев мне как-то нужно? Как же мне это сделать? Как покинуть этот проклятый край? Может, повезет, и судьба укажет мне дорогу? Это откуда-то отсюда пацанчик сиганул бы. Плохое ты выбираешь время, чтобы заблудиться, дружище. Я тебе не друг! Овца хреновая! Ты чё, кирку взяла в руки, что ли? Вот чайная! Вот и отчаянно это. Дай-ка мне кирочку. Кирочку мне дай. Пускай валяется. Ее. Морчи лезвие клещи. Сколько стоит? 75. Поразбрасывали тут хорошие вещи. Я так понял, это все. Это конец. Дэм. Похоже на то. Ну да. Это вход, собственно, в это замечательное место. Ох, ну и ладно. Было круто, конечно. Но крутым был только ваш вожак, который вас же, собственно, мочил там же. Странные люди. Мазохисты. Могли бы собраться и дать им просто пиздулей. Каким бы крутым он ни был, все равно толпой бы зарешали. Да даже стрелами бы запинали, ипона мать. Ну не знаю. Кстати, мне кажется, или взор появился на юбке. Черт кто знает, может и кажется. Но, по-моему, этого узора раньше не было. Да, ночь холодна. Надо бы согреться добрым элем. Бог мой. О, пчелинули. Словил. Главное, чтобы не укусило. Что это за форт? Давайте сейф. Форт Амон. Или Амон. Тут, скорее всего, водятся бандосы. Шагу больше. Я не буду. Еще хуже. Тут вводятся сраные Айверстед. Рифтон туда. Виндхельм, Слитьют, Вайтрон. Блин, Рифтон. Виндхельм. Виндхельм туда, говорят. Айверстед сюда. Ой, черт. Я же знаю эти места. Я же знаю эти места, черт бы меня подрал. Господи Иисусе. Шавки проклятые.
Давай сюда. Я думаю, стоит добраться до Айверстеда. Или все-таки до Виндхельма. По этим болотам ходить не очень безопасно. Но высокий Хродгард не так далеко. Я хочу справедливости. Я родился и вырос в Скайриме, но норды обращаются с нами как с отбросами. Ну это, конечно, здорово, но Империя хотела меня это... казнить. А, не, все, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все нормально. Все хорошо. Хотя, блин, я сидел в имперской тюрьме, они меня оставили на сидение призраком. Или кто это сделал, или почему, вообще никакой предыстории. Ну и хер бы с ним. Не знаю, пока не знаю. Мятежники мне тоже не импонируют. Так, о, указатель. Айверстед туда, Вайтрон туда, Рифтен и Виндхельм туда. А это что? Камень Шора? Не, это Черный Брод. Камень Шора, это ближе к Рифтену. Вроде как. Повозки нет. Привет, добрые господа. Могу ли я чем-то тебе помочь? Расскажешь? И ничего особенного. Мы ловим рыбу и держимся особняком. Ага. Не хотим злить ни имперцев, ни братьев Бури, так что ну и правильно. Пока нас обходит. Слышишь, а поторговать тут я есть? Я стараюсь думать, привет, что выманиваю руду из камня. Этой шахте всего-то несколько лет. Мы скоро дойдем до места, где туннели уже заходят глубоко в толщу скалы. Люди кашляют и жалуются на спертый воздух. Я с таким уже встречался. Нам нужны лекарства, чтобы бороться с рудной пылью. Я собирался попросить помощи в Виндхельме. Я доставлю. Спасибо. Отнеси это к Винту в белый флакон. Пора бы тебе понять, что ты из нордов. Хорошо. Угу. Он неплохой фермер. Пусть лучше научит тебя обрабатывать землю. Но я даже и не знаю. Тут какой-то камень есть. Я бы взял, пожалуй, камень... как его, воина? Да? А это, если я не ошибаюсь... либо башня, либо... да хрен его знает. Либо любовник. Сейчас увидим. А, хуй там, не угадал, это Атронах. Знаком Атронаха поглощают часть магического урона и имеют большой запас магии. Но зато медленно я восстанавливаю. Ну как тебе сказать? Не нужно это мне. Давайте активируем квест. Начните новую жизнь. Хвала богам. Так, ну это теперь не имеет значения. Не смогу узнать, было ли это воплощение Мары или нет. Но теперь это не имеет значения. Время держать путь домой. Разное. Хорошо, значит будем держаться где-то в ту сторону. Хотелось бы где-то заночевать, честно говоря. Там еще один какой-то проклятый форт. Леса здесь. Ой, не знаю. Примоститься бы возле теплых камней. Или где-то возле теплых ручеев. Это ведь горячие источники. Пожалуй, стоит искупнуться. Хоть тут и не глубоко, но я хоть могу помыться. Где-то тут, недалеко,
находится драконий курган. Не хотелось бы туда соваться. Черт возьми! Скелеты? Покупаться он решил. Амулет Аркея. Нордские стрелы. Сиди. Отвратительное существо, порожденное некромантией. Во, блин. Опять влип в неприятности. Но зато вроде бы тут чисто. Поэтому я думаю, тут я на ночь и останусь. Хороший был день. Самый длинный день моей жизни. День, в котором я остался живой. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Было замечательно вернуться в Skyrim на самом-то деле. Если кому-то интересно, я по-прежнему не прошел, ну, то есть для канала не прошел сюжетку Skyrim'а. И раз уже все так весело началось, то оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. И наверняка я пройду сюжеточку Skyrim'а. Это будет весело, я думаю. Тем более попробовать. Сегодня это как-то так не очень получилось отыгрывать орка. Но я буду стараться, собственно. Всем спасибо, дорогие друзья, еще раз за просмотр. Всем пока. Ну и до новых видео.